Ния в Балагане 6 марта. Начало вегетации. 2 мая сегодня созрела Ния сахарная, которую мы наблюдали с начала вегетации. Первые ягодки на вкус. Сейчас попробуем. Такая ягода. Пахнет. Это тот сорт, который соответствует своему названию. Он сахарный. Он сахарный, он сочный. Хотя сегодня это еще слаще. Это, наверное, недозревшего взял. Это вообще мед. Хотя сегодня погода на улице дождик. А в дождик, как правило, вся клубника начинает кислить. Но даже намека на кислинку нету. Она просто сладкая. Вообще, она просто медовая. Гния сахарная. Посадка 3 июля 2019 года в Рига Апнюс. После месяца, какой, после май, июнь, после 3 месяцев хранения в холодильнике размороженной. Вот я ее высадил. И вот что она выдала. Вот такая вот, такой вот сорт. Я чувствовал по названию, что его стоит взять. Я не ошибся. Усов дает, гляньте. Уже все междурядье в усах. Хорошие кустики. Такие прям зелененькие, обнистенные. Тут фу, конечно. Бонячек я не вижу. Ну, хотя тут я их обработал всего лишь один раз в начале вегетации медь содержащим препаратом. Ой, как он называется? Корзат. И все. Потом руки не дошли у меня до обработок. И вот такая ягода выросла.